Привет, друзья! Сегодня не вкладываем, так заедем на участок. А нам позвонили, сказали привезти, привезут окна. Поэтому сейчас едем на участок принимать окна. Я первый раз это делаю. Не знаю, как в интернете посмотрел, на что обращать внимание. Ну, посмотрим. Может, все будет чики. Ну вот я на участке. Смотрите по факту, что у нас. Я уже не снимал при приемке, потому что тут ребята быстро торопились, не хотелось их сильно задерживать, отвлекать. Вот наши эти окна ультра приехали. Не знаю, так, чуть-чуть какие-то грязноватые есть такие места. Ну, в целом, вроде как нормально. Еще один какой-то минус, такой косяк. Знаете, что Женя случайно забрал вчера. Или не случайно, так вот забрал с ключи. И сейчас контейнер закрыт. Хотелось это все в контейнер скинуть, а вот так на улице не хочет это оставлять. Блин, не знаю, что делать. Короче, сейчас будем думать. Такие вот дела. Так что наши окна приняты. Это так, маленькие. Маленькое резюме по поводу сегодняшнего дня. Так что ждите на участке следующем. На выходных начнем крышу. Я заберу вас в пятницу капельники. Заберу капельники. И будем набивать контрабрешетку и обрешетку. Так что до связи. Так, друзья и подписчики, еще немножко маленькая информация, которую я дам. Ввиду ситуации, которая происходит в мире, вообще непонятно, что будет с Ютубом. Поэтому у меня есть уже Яндекс.Дзен канал такой. Но я там пока ничего не выкладываю, там пару есть каких-то статеек. Но я его уже давно открыл, поэтому если с Ютубом что-то случится, мы перейдем на Яндекс.Дзен. Это тем, кому интересно. И хотел бы увидеть продолжение строительства домика. Ссылку я оставлю снизу, поэтому имейте в виду. Так что переходите, подписывайтесь, чтобы не потеряться. А всем желаю мира и добра. До скорых встреч, пока.